Давайте так, без фраерства. Есть в Китае достойные марки, а возят к нам говно. Потому как достойные марки стоят денег. А нам фуфел разный под дивными предлогами. Типа самый крутой джип, и он еще типа распространен в России. Ну, для самых крутых джипов я бы позаботился о переносах, то есть о бамперах и фарах. На хувере нет ни того, ни другого. Хлопнулся раз и аут. Двигатель, ну 2.4. Так себе, не совсем джиповский вариант. Подвеска, еще раз, это не джип. Короче, нахрен маркетологи. Вы думаете о продажах, а не о плюшевых мелочах для типа поклонника джипов.